ёшкин кот. Ну смотри. Ну, с почином как? Нас? С почином. А, с почином. Как это было? Уважаемые друзья, здравствуйте. Сегодня отчетная рыбалочка, которая состоялась у нас в мае месяце на Курском заливе. А ловили мы окуня. Это минимум информации, так сказать, просто больше всего отчет. Показать вам чуть-чуть Курского залива и какой там попадается окунь. Так что все, друзья, вперед, мы там что-то поймаем сегодня. Друзья, всем привет. Сегодня рыбалка будет происходить на Курском заливе. Район поселка Рыбачий. Есть тут свои нюансы по спуску лодки. Так сказать, не очень здесь все для этого предусмотрено, но тем не менее у нас выбора мало. Чуть позже проскользнула информация от Росрыболовства Калининградской области по поводу гибели рыбы массовой. Ну, якобы произведены проверки на наличие, так сказать, негативного влияния человека на водоем. Но в целом водоем в норме. Это сезонная, так сказать, тематика. При нагревании воды выделяется определенная, так сказать, водоросль, уменьшается кислород, и рыба банально начинает засыпать, короче. Вот, так что ничего плохого человек вроде не делает рыбе. Ну, в общем, конечно, менее просторная, чем твоя, но в некоторых случаях вполне. Ловля происходит в Курском заливе, в частности, в этом месте, порядка километра от берега. Там есть определенные условия для ловли окуня. Я ловил на зимнюю, так сказать, оснастку, чёртову, калининградский, два крючка и выпуски. Ёшкин кот! Ну смотри. Ну, с почином как? Нас? С почином. А, с почином. Как это было? Вот тот самый тюк-тюк. Тюк-тюк. Ну, он начал дожирать. Вот, я... Так, уважаемые друзья, вот вторая рыбка у нас попалась. Такая снасть у меня безумная. Два поводочка и пару крючочков. Вот такой кушок, красавец. Сначала предвещало, так сказать, хороший улов, вот, и мы были довольны, клевал рыбу без перерывов. Куда ты там повел? Ух ты, толстяк. Какой хороший вид, макушарик. Червячка съел всего, ну покажись, красотуля. Рыба? Ох, какой! Ох, какой хороший! Мыш. Красавчик, толстенький такой, нагуленный. Не, не хочет. Не хочет, на. Ну, ох ты, ни хрена себе, Миш, вот это у меня там, блин, ну не уж, блин, а. Извиняюсь за выражение, но там что-то было вот сегодняшнее у меня самое большое, что сегодня попадалось. Оп, ну это что-то небольшое. Как, Миш, тяжело идет как-то. О, толстяк, толстяк, ребят. Какой приятненький кушок. Вот он. На солнышке как он.
конечно, очень вкусная. Да. Да, и в каком только виде ее не готовь. Вот такой, дорогие друзья, у нас окунь клюет постоянно, даже показывать каждого окуня я вам не буду. Потом уже итог покажу, скорее всего. Разбушевался залив у нас, конечно, и клев перестал, соответственно. Волнишки появились, вроде так на камеру сильно страшно, но еще факт в том, что рыба перестала клевать, которая вот поклевывала потихонечку в начале. Сейчас, видать, ее со дна, может быть, подняло или что-то еще. Но по факту рыба перестала клевать, и какое-то количество рыбы-то поймали. Большое количество поймано. В целом, конечно, мы думали, что будет. Ну, каждый балкон по-своему. Всем добра, пока-пока. Вот еще освою кресло. А потом еще надо будет подумать и, может быть, даже потом купить второе. Если окажется, что хорошо. Сколько же рыбы дохло, это же какой-то ужас. Это тут, мягко говоря, воняет. Вот, Миш, вот это кто? Что за рыб такой? Непонятный. Какой-то толстый такой. Инолищ. Может, рыбец? По виду молодой рыбец. Вот, а тут, посмотри, сколько лет. Сколько рыбы, посмотри, просто это же сколько удовольствия могло кому-то принести. Ну да, он и окунь, и караси, лещи, херы. Во-первых, два нюанса. Первое, надо было быстрее настраиваться на червя и как бы то самое, и пока клевало, ловить. Ну, собственно, в какой-то момент мы так и сделали. Ну, а потом было бы хорошо, чтобы так не раздувало, скажем так. Да, ну, вон мужики пришили это. Ну, они хреново отловились, мы еще обрыбились. Ну, видишь. Мелкие у них пушки. Немного. Я им сказал, у нас где-то штук по 30, наверное, на двоих-то есть. На двоих, наверное, да. У меня штук, наверное, по 10, а я ловить-то начал, ты уже как бы поймал.